Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады всех приветствовать на концерте открытия фестиваля Дениса Мацуева «Alma Mater. Новые имена в Суздале». Мы бесконечно рады, что, несмотря на все сложности этого года и сложную эпидемиологическую ситуацию, этот фестиваль все-таки состоялся. Он был задуман в 2017 году, когда в Суздальском Кремле проходил концерт, посвященный 25-летию фонда «Новые имена», и в 2018 состоялся первый двухдневный фестиваль. И в этом году, несмотря на все сложности, на переносы сроков этого фестиваля, он проходит в таком же традиционном формате. Двухдневный фестиваль с двумя разными программами. На сцены выйдут как известные маститые музыканты команды Дениса Мацуева, так и юные музыканты, юные звездочки, как нарекла их легендарная Ивета Николаевна Воронова, которая, собственно, и придумала эту удивительную историю, удивительную сказку фонда «Новые имена» для талантливых молодых ребят, которые, несмотря на свой юный возраст, уже имеют огромное количество заслуженных наград, лауреатских премий, перед которыми открыты концертные залы мира, и которые будут радовать вас и сегодня. Итак, с момента возникновения этого фестиваля он является детищем фонда «Новые имена» Дениса Мацуева и Владимирского губернаторского симфонического оркестра, его главного дирижера Артема Маркина при поддержке администрации Владимирской области. Сегодня на эту сцену выйдут вначале юные музыканты, и мне очень приятно их представить. Это ученицы Центральной музыкальной школы при Московской консерватории Анна Катенина, кларнет, и Варвара Петрова, гобой. Начнет свое выступление Анна Катенина. В ее исполнении прозвучит известная еврейская мелодия «Шалом алейхем». Это концертная пьеса венгерского композитора и кларнетиста Беллы Ковача. Итак, Анна Катенина, ученица 8 класса Центральной музыкальной школы, класса преподавателя Евгения Александровича Петрова. Она лауреат множества международных конкурсов, стипендиат и постоянный участник проектов благотворительного фонда «Новые имена». На сцене Владимирский губернаторский симфонический оркестр, дирижер Артем Маркин, солистка Анна Катенина. Thank you.
Наша программа продолжает концертная фантазия итальянского флейтиста и композитора Донато Лаврельо на темы из оперы Винченцо Беллини «Норма». В XIX веке это вообще было очень распространенное явление делать транскрипции известных оперных арий сцен для различных инструментов, и Лаврельо не был исключением. Эта фантазия прозвучит в исполнении дуэта гобой и кларнет, и к Анне Катениной присоединится Варвара Петрова, ученица 11 класса Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Она также стипендиат Международного благотворительного фонда «Новые имена», а также премии правительства Москвы. С 2016 года она участник проекта «Оркестр будущего» под управлением Юрия Башмета и является солисткой оркестра. Итак, Донато Лаврельо, концертная фантазия на темы из оперы «Норма» Винченцо Беллини. На сцене Владимирский губернаторский симфонический оркестр, солисты Варвара Петрова гобой, Анна Катенина кларнет, дирижер Артем Маркин.
Наша программа продолжает классические концерты знаменитых, выдающихся венских классиков. И первым из них прозвучит концерт Вольфганга Амадея Моцарта для скрипки с оркестром номер 5, ля мажор, в трех частях. И сейчас я с огромным удовольствием приглашаю на эту сцену лауреата международных конкурсов Гайка Казазяна, скрипка, и Владимирский губернаторский симфонический оркестр под управлением Артема Маркина. Thank you.
Thank you.
Эту удивительную солнечную музыку Моцарта сменяет не менее солнечная музыка его старшего современника Йозефа Гайдна. Для вас прозвучит концерт для виолончели с оркестром «До мажор» в
трех частях. И я приглашаю на сцену еще одного нашего звездного солиста, лауреат международных конкурсов Александр Рам, виолончель, и Владимирский губернаторский симфонический оркестр под управлением Артема Маркина. Thank you.
Thank you.